Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала, вы на канале ЖК Просто, это просто, это же просто. Всем здравствуйте. Сегодня Пасха. Православный Христос воскресе. Воистину воскрес. Итак, сегодня у нас хипервиз. Ну, вчера, потому что было, как вы поняли из прошлого видео, Страстная суббота, но там не разглядался особо. Резона не было, потому что другие моменты, другие. Это нормально. Ну, наконец-то. Не скачет, не прыгает. Окна дополнительно не выскакивают, соответственно. Ну, понятно, ищем. Итак, первый уровень на сегодня погода Jump Escape. Это второй баг. Шерз. Зайд на конце, окей. Ох, отлично. Слушайте. Клыги. Дарка. А где фонарик-то? Подождите, чувак, я не запомнил. Сейчас смотрите, получается. Сейчас получается вправо. Извините, если я зада. Не, ну, ребят. Не доработаю, потому что фонарик нужен. Ой, уровень классный, но... Четверки он больше не достоин. Следующий мы с Дэна. Ничем порадует этот уровень. Я спрашиваю, чем порадует этот уровень? Ну понятно, короче говоря, опа. Коробочка. Коробочка, коробочка, и что? Опять у нас какая-то ерунда. Какой-то тетрис непонятный. Какой-то тетрис непонятный. Я похоже застряну. А, вот. Мы открыли. А, мы убираем платформу. 3000 игр, новая версия. Нет, чувак, ну понимаешь, ну я задумку слабовато, только четверка. Не, ну согласитесь, ну блин, ну туда-сюда. Apple Store 2012. Apple Store, насколько я знаю, это, блин, разновидность. Да, вот как раз вот эти вот розетки дебильные, которые, не, ну они не то что дебильные, их не найти просто, и аналоги не существует. Нет, товар хороший, ребят, вот. Извините, оговорился, потому что вот эти айфоны. Да, вот страх. И как ты знаете, вот даже я видел, люди ходят с этими с разбитыми экранами. С разбитыми iPad. iPad 2.3. Тихо, это лифт. Это лифт по-любому из плеера, ну. Я также видел. Он простецкий плеер, он стоит, ну, сколько там, блин, ну... 2000... Ну, Тимми. Тимми, лучше оставить жить сколько, но вот видите, разве... Я не знаю, ну как это скрытая реклама, блин.
Не, я ничего не говорю, ведь. Действительно, у них комплектующие только одни. Если вы купили один раз, хрен вы что замените. Либо за такую цену, что... Что не сказать, не в сказке сказать, не пером описать. Тем самым, по которому мы едем. Карандаш в iMac. Ну да. Тоже денежь не особо понятно. В принципе, по своим свойствам не отличается от андроида, но стоит бешеных денег. И какой-то, знаете, я себя чувствую обзорщиком техники. А мы с вами проходим Happy Wheels. Иди, давай, мать сейчас бомбанет. Давай, 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 фокусник. Брось, смотрите, в чем прикол на самом деле. Вот там мина стоит, и он сейчас нарвется на нее. Ну, все говорю. Бомбанула, бомбанула. И опять тут фейлер, блин. Да, и Apple TV, кстати. На самом деле, в редакторе существует даже видео формата к Apple TV, то есть понимаете, о чем речь? То есть они делают технику среди телевизора, то есть. Дай. Ай, вы кабриешь. Слушай, идеи. Вот видите. Проверяйте технику, а то будете как этот. Где мои деньги? Типа того. Ну ладно, блин, не знаю. Я рассказал как бы свое мнение, ну. Вы знаете, на самом деле, меня яблочники не особо впечатлили. Ну вот ладно. Зомби апокалипсис. В следующее время отдаться Диамант Спартан. Зомби. Апокалипсис. Вау. Чоу. И чего? Экспериментальный вирус попал на землю. Люди страдали каннибализмом. Стали страдать каннибализмом. Если ты выживешь, то будет все хорошо, типа того. Блин, ребята, я не знаю. Мне уже не... Я хотел что-нибудь другое, но блин. Как стрелять-то в рекламу? Или на автоматический юзер? Прыск, стрел, джамп. Hot space and zombie close. Close track. Вот и, окей. Ага. То есть вот так вот ты сделал. На, получи хедшот. Получи хедшот. Вот. Не знаю, чего эта группа. Ай, блин, ну. На тебе. Да что такое, блядь? Брань, свои же стрелы поломал. Подними пушку-то, елки-палки. Вот это хедшот, сейчас знатный приписал. Чё, это трофей, ёлки-палки. Блин, господи, что я несу.
уйди, ты бляха. Да вы палки застреливали, бляха. Охренеть. Да, ребят. Я не знаю, что с... Тихо, спокойно, спокойно, на тебе. Тут ты чё, ни хрена тебе стрелы убивает, а? Давай, иди. Давай, ну. Погнали, мув. Покажи, хэп, похоже, время сломан. Ну понятно, ну, ребят. Не в тему. Бофром. Хэп, это не та вещь. От молитв. Ну, короче. Слово французское вам не понять. Так. Да, ты чё? Ну, давай, удиви меня. Да мне ты шары, вот объясни мне. Ты давай, опа. Да без болит. Ничего. Ты высоко идет, блин. Ты... Ну. Ты... Да что-то мне не особо сейчас ведет. Не, ну хотя как она в эпик то чуть не попала, блядь, в муху. Ну давай, ну. Да нахрена мне эти шары, блин. Не. Хорошо, пошла нам туда. Вот это да, вот это вообще мастер про взял, поймал просто. Верните шары, елки-палки. Да я не знаю, что это. О, ну все, наконец-то. Удачи же нам помочь, ну давайте детки в эпик попробуем закинуть. Ну елки-палки. Ну есть возможность. Я это чувствую. Сейчас
Сейчас смотрите, расходуем все шары, ну, если не получается следующий уровень. Мы так выиграли, ну сейчас просто. Не, если будет бонус, то... Да что такое-то, бляха. Так, что-то не работает, я так понимаю, но... Ну нормально, 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 играй. Уровень думает, то, что все, хватит мне экспериментировать. Ну. Ну. Да что это такое-то? И как опа, как волейболе, то да его. Нормально. Ну, я тебе говорю, ребят. Ну, ну, вепик-то. Ребята, феерия продолжается. На. Ух, как... Да, друзья мои, да. Вы видели, как просто закинул? Пожалуйста, вив повтор. Просто надо это еще раз увидеть. Надо это просто увидеть, надо это прочувствовать. Это вообще... Ничего не предвещало, просто, понимаете... Оказывается, можно закинуть. Вот первый, который отскакивает. Ну, это наша эпичная ловля. Ну, смотрите. Смотрите, вообще, вот просто, Денис. Не, давайте ускорим мы это дело. Ускорим мы это дело, ну... Понятно. Эпик так эпик, ну понятно, все. Ну, и смотрите, что делается. Смотрите, что делается, просто, ух! Эпично. Ну что, ставим 5, ну, потому что реально, реально уровень понравился, уровень портовый. Ну, в следующий раз, окей. Глазбрик, классик. Адаптер 5. Ну, короче говоря, ой, театр. Ну, посмотрим, что он тут. Welcome to Westbrick. Да? Да мы уже поняли, давай. Это автора такого-то, понятно. Ну понятно, понятно, понятно.
Так, разгон нужен. Тиме. Не, ну я просто побоялся, ладно. Да это однотипный уровень, я понял. Это понятно. Останови это. Что именно остановить? Следующий уровень. Ну давайте нашу группу. Давайте скрин, ну. А, ну это опять. Это опять это. Ты за ножки. Я думал, что-то серьезное, но нет. Ну это понимаете, это опять бы бомбило. У многих. Футбол. Футбол шунт. Тайный. Тимаса HD. Это автор уровня, если вы никто не особо понял. Ну давайте ждем загрузки. Еще такой момент. При загрузке уровня я не стопорю камеру. То есть реально, вы как видите, так он загружается. Ну давай, клик. Play space to start. Окей, space. Я нажал, ёлки-палки. Ну и чего? Это чё за Марио, блин? Ребята, этот колобок, наверное, вступил в футбольный клуб, но, блин, что-то не особо понимаю, что-то надо делать. Ай, господи, нет, я не понимаю, что тут надо делать. Кто-нибудь в комментарии объяснит, что это за уровень. Я думал, он будет пинать мяч и играть в футбол, но тут нет. Покупает утро. Покупает утро, enjoy. Да, конечно, года, на. Детям спиртно запрещено. Ножи. Опа. Опять брутально, ну блин, на. Молодец. Эй, ты. Да он специально, чтобы там. Даже намёк не был на кого. Все правильно, нужно. Ух ты, ёшкин кот. Да что такое там, блядь, на окна? Ребята, извините, но это же что, блядь, капец, а? Да что ж такое, чё? Чё ты носом заклеёшь? Ладно, друзья мои, опять у нас 4,5 звезды, давайте попробуем найти уровень. Давайте это Рэббит, наверное, все-таки.
Arkadaş biz hani kronika. Сейчас, минутку, сейчас, минутку. Вот, зарегать. Бани, конечно. Бани. Так, ты все крайне, ну. Есть теперь баня, да, конечно. Бани, айдея, так. Сейчас посмотрим. По рейтингу. Самый рейтинг был первый и второй уровень. Бани ниндзя. Ну. Давайте вот эти три уровня. Сейчас пройдем быстренько и все. Хотя не знаю, посмотрим. Ух ты. Ну вот так получил брутальный кролик. Конечно, я немножко все по-другому представляю, но какая разница. И, парень, ты как там? Сейчас. О, ДТП, поехали за мной. ДТП произошло. Да уж. Чего? Чё тебе надо? Ты чё? Конфет приел, я кровь. В смысле? Ну, короче говоря, вот так вот. Забавный уровень не дает на кролик проехать.